kanalimizga o'tamiz hamda ushbu bo'limda o'yina ko'rina boshlaydi do'stlar. Ko'rib turganingizdek bizda analitikalar paydo bo'la boshladi. Misol uchun состояние отлично degani. Demak, bu bizda hammasi normal ketyapti. Menda plohha deyapti, sababi hozirda OBS Studio kompyuter ekranni zapis qilib bo'lyapti. Shuning uchun video potok sekin kelyapti deyapti. Agar men hozir ekran zapisini o'chirsam, agar hammasi normal bo'ladi do'stlar. Translyatsiyani boshlash uchun do'stlar bu yerdan nachat Добро пожаловать, новобранцы из лагеря Сен-Доминик. Тайлер, я рад, что ты с нами. Покажем этим новобранцам. Добро пожаловать, новобранцы из лагеря Сен-Доминик. Тайлер, я рад, что ты с нами. Новобранцы, это сержант Тайлер Уэллс. Он вам покажет кое-какие несложные приемы. Сержант, возьми штурмовую винтовку со стола. Теперь займи стрелковую позицию. Покажи новичкам, как мы тут работаем. Смотрите. Сейчас сержант Уэллс нашпигует цели свинцом. Можете делать заметки, если хотите. Цели уничтожены. Помните, новобранцы, если вы хотите попасть точно в цель, воспользуйтесь прицелом. Сержант, покажи. Вот так. А теперь еще веселее. Сержант, возьми снайперскую винтовку со стола и займи позицию. При снайперской стрельбе на результат влияет несколько факторов. В первую очередь положение тела. Стрелять лежа всегда удобнее, чем сидя. Однако стрелять сидя все равно удобнее, чем стоя. Вы успеваете за моей мыслью, новобранцы? Да, сэр. Хорошо. Сержант, залегай и прицелься в те из пушки на холме. Помните, что при стрельбе вы должны принимать во внимание дистанцию до цели, погодные условия и собственный пульс. Все это влияет на то, куда отправится пуля. Красная точка указывает, куда прилетит пуля. Сержант, порази три цели. Mm-hmm.
один на башне. Вы сможете концентрироваться на цели и контролировать дыхание. Сержант, порази движущиеся цели. Нужно настроить фокус на винтовке. Сержант, разберись с двумя целями в укрытии. Вот так тут все и происходит. А теперь кое-что совсем не бесшумно. Возьми-ка гранаты со стола. Давай пошумим. Нейтрализуй указанные цели при помощи гранат. Сейчас мы направимся на полигон для тренировки скрытности. Все внимание на сержанта Тайлера. Сейчас он покажет вам, как стать незаметным. Спрятавшись за кустами, за камнями или в траве, вы станете менее заметными для противника. Однако же движение рядом с противником вас выдаст. В зависимости от положения вы производите шум. Тайлер, прячься. У тебя есть 45 секунд, чтобы найти толковое укрытие. Пошел! Давай скорее, 20 секунд. Десять секунд на то, чтобы спрятаться. А теперь, новобранцы, мы ищем сержанта Тайлера. Если не найдете его, будете всю неделю сортиры чистить зубными щетками. Тихо, спокойно. Что за жалкий сброд? Девочки, активнее! Если бы здесь были снайперы врага, вы бы уже все были на том свете. Давай сюда, за мной! Тихо и спокойно. Иди сюда! Пошли скорее! Если не найдете его, будете всю неделю сортиры чистить зубными щетками. Тайлер, можешь выходить. Отличная работа, сержант. Завтра в то же время. Пора заняться делом.
Генерал Васкес сегодня планирует присутствовать на встрече на старом нефтеперерабатывающем заводе на берегу Исла Труэна. Также... Мама-2, это Альфа-9. Мы добрались до руин. Противник не обнаружен. Движемся к стрелковой позиции. Принято. Продолжайте. Будьте внимательны. Мы засекли патрули в вашем секторе. Ясно. Конец связи. Бритва 6-4. Это Альфа-9. Как слышно? Прием. Альфа-9, это Бритва 6-4. Слышу вас хорошо. Прием. Визуальный контакт. Активность противника у тебя прямо по курсу. Не двигайся без моей команды. Не высовывайся, будь осторожнее. Вперед!
это разумно? Наша птичка может упорхнуть. Ты недалеко от места, но придется поднапрячься. Следуй дальше к точке встречи. Будь осторожен, но действуй быстрее, чтобы не попасть под пули. Далеко от места, но придется поднапрячься. Следуй дальше к точке встречи. Будь осторожен, но действуй быстрее, чтобы не попасть под пули. Тебя видеть, Тайлер. Мама 2, прием. Это Альфа 9. Сделка в процессе. Около здания 3 машины. Вход охраняют 2. В секторе кругом враги. Цель пока что не вижу. Ясно, мама 2. Переходим на 8-ю частоту. Тайлер, приглядывай за зданием. Крайне важно не отставать от графика и действовать по первоначальному плану. Руда весьма ценна и не валяется на дороге, особенно та, о которой мы говорим. У нашей организации есть деньги и власть. Мы с вами могли бы стать отличными партнерами. Желаете выпить? Цель обнаружена. Визуальный контакт. Окно слева. Поле зрения весьма ограничено. Ждем дальнейших указаний. Другого такого шанса может не быть. Стреляй. Это промах. Повторяю, цель не поражена. Что? Что это за хрень? На тебе жучок? Сукин сын, ты у меня сдохнешь сейчас! Забираем этого мерзавца с тобой! У меня есть вопросы, на которые у тебя могут быть ответы. Бритва 6-4, прием. Бритва 6-4, прием. Доложите состояние, прием. Объект покинул здание. Использует бронированный транспорт. Уходит на юг гавани. Нам его отсюда не снять. Принято. Они никуда не денутся. Следите за машиной. Принято. Спускайся сюда при помощи веревки.
Они ушли, прихватив с собой Родригеса. Если мы его не вытащим, его конец. Задание пошло не по плану. Альфа-9 не смогли ликвидировать генерала Васкеза. Агент Родригес был...